Ну, хотя бы теперь у нас есть фонарик. Как минимум, да? Ну, уже что-то. Быстрая атака. Они не узнают, что я здесь, типа, моментально. А, они даже меня не облутали. Это что за мародеры такие? Это что, у них свое оружие есть? Допусти. Старая инструкция. Интересно, для чего? Потом узнаем. Ты говоришь, пусти его. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили, урод? Тогда заставь нас это сделать. Давай! Ну давай. Идеальный блок. Нажмите, удерживайте правую кнопку мыши, чтобы блокировать атаку врага, и заблокируйте удар в последний момент, чтобы осуществить идеальный блок. Идеальный блок ошеломляет врага, делая его уязвимым в течение короткого периода времени. Попробуем. Кстати, идеальная вещь вообще для этой игры, потому что боевка с людьми — это тот еще гемор. Но, видимо, больше нет. Где твоя полосочка-то? А ты попробуй. Они тоже умеют парировать. Надо аккуратно. Тебе мое обращение не понятно. Идиоты. Так, игра меня не отпустит, пока мы это не сделаем. Окей, мы получили боевое мастерство. Хорошо, игра, мы поняли. Удар в прыжке позволяет вам нанести удар, когда вы перепрыгиваете через препятствие или через ошеломленного противника. То есть это прыжок и удар, окей. В принципе, очевидно, да, по названию. Я так и буду до конца как оборванец ходить, или мы хоть что-нибудь из одежды получим? Видимо, нет. Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в ЭГМ. Миротворцы. Они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в рыбий глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим... И с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальцем завладеет, весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь, ренегаты? Беги! Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем. Какого хуя? А вот и наша заблудшая овечка. Но он не один. Мы это исправим. Прикончить его!
Боевой паркур. Используйте перескакивание, чтобы повысить мобильность во время боя. Подбегите к препятствию или ошеломленному врагу и нажмите правил, чтобы перескочить через него. Короче, хотят обучить нас тому, что мы уже научились. Понятно. Слушайте, ну я, кстати, лезвие-то люблю побольше. А как оружие поменять? Подожди. Гангрена он мне дал? Кустарный мачете, он чуть-чуть похуже, чем бита моя. Ну ладно. Ой. Ударьте меня, парни, давайте. Но я же попал. О, теперь точно попал. Это же круто. Отдыхай, парень. Ой-ой-ой. Ну попробуй что-нибудь сделать. Как же... Так. Неужели еще? Ничему их жизнь не учит просто совершенно. Одним ударом, отлично. Валим отсюда. Прохи, слышишь меня? Ключ у тебя. Это Вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело! Блять, идем к вентиляции. Сюда! Ты первый! Что ты делаешь? Вальц не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз! Луан! Иди! Вот он, предатель! Привет, Дилан. Приветик. Пустите его. Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Здесь. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Ты не оставил мне выбора, друг мой. Здесь кто-то есть. Вентилятор! Взять его!
Они же не будут за мной прыгать? Блин, больно. Может, он просто чихает. Он чужак. Его нужно убить. Он со мной. Ясно? Я же велел тебе никуда не ходить без меня. Ты что, забыл? Ты кто такой? Они тебя прикончат. Тише, не сейчас. Яна! Ингибируй! Это еще что за хер? Скорее давай! Тащи их сюда! А, твою же мать! Ну ты и сволочь, скотина! Он шевелится. Хакон, убей его, Хакон, убей его, пока я его не убила. О-о-о, расслабься, дыши. Похоже, не превратился. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Голова. Ты чуть не превратился, но ультрафиолет и ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю, куда мы идем? Безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет — это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем.
Он опять превращается. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, в ванной его искупать? Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот, твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. Это все замечательно. Мое оружие где? Какая первая булава? Я хочу мое оружие. Оно у меня есть. Хорошо. Да я уже запереживал. Неплохо. Где рыбий глаз? Закусочная там, в центре. За свалкой химотходов. А, мне нужно туда. Жаль, единственная дорога туда через туннель. Они охраняют ее как портал в ебучую Вальгаллу. Пройти почти невозможно. В этом я профи. Где туннель? Не так быстро, ковбой. Без биомаркера далеко не уйдешь. Ты угроза для всех. А ты уже видел, как жители Велидора реагируют на угрозы. Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане? Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Да, кстати... Я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать в рай. Не, оно выглядит симпатично. Сюда! А ты хорошо двигаешься. Я был в армии. Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. Я стал таксистом. Ой, как низко ты пал. Пошел ты. Зато я хорошо знаю город. Давай. Не давай. Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Так бывает первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Лови! Хочешь сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Итак... Почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас. Но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом. Теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг.
осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. Что ж они мне все вот это заставляют? Рощи на крышах. Путешествуя по Велидору, ищите рощи на крышах. Их легко узнать по высоким желтым деревьям. Они главный источник меда, ромашки и других ресурсов, необходимых для изготовления лекарств. Иногда есть вероятность, что вы найдете там и забытое оружие. FPS, конечно, в игре скачет просто как ему только хочется. Я думаю, чем дальше будет в открытом мире, тем это будет заметнее. Если не успевает донести до убежища засветло. Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги, а я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. С армией есть. Это миротворцы. Они с людьми также. Осторожнее с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. По пути сюда я встречал крутых парней, которые говорили о новом порядке. Но, кажется, я уже слышал о таком дерьме. Да, здесь то же самое. И миротворцы становятся все хуже. Расскажи о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийцы. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной. Надеюсь, все обойдется без сюрпризов. Темнеет. Вот-вот проснутся. Быстрее, открывай ящик. За это мы получим биомаркер. Блять. Воры. Постой. Нет-нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Тут хватит на биомаркер. Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования ВГМ. —
Я мало что могу рассказать, но его мне дал Дилан, бывший ученый из ВГМ. Его убил человек по имени Вальц. Перед смертью Дилан отдал мне ключ, чтобы он не попал к Вальцу. В нем должны быть важные сведения. Надеюсь больше узнать о нем в рыбьем глазе. Посмотрим, ладно? Блять, опоздали. План Б, бежим! Эйден, ты здесь? Все в порядке, в порядке. Нам нужен ультрафиолет. На базар. У нас получится. Со мной, быстро! Ультрафиолетовый свет — это символ безопасности ночью, это единственная гарантированная защита от зараженных, поэтому ищите его, если вас преследуют. Чтобы использовать чутье выжившего, это искать ближайший источник света? Да-да-да. Порассказывай. Они близко, быстрее! Мы почти на месте. Еще немного. Открывай! Эй! Стой на свету! Хакон... Давай, открывай же! Хакон, Крикун близко. Биомаркеры. Нет времени. За нами гонится Крикун. Биомаркеры. Ты оглох, за нами. Я сказал биомаркеры. Лот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти пусть нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Уебок. Открывай! Сюда? Не сюда. Да господи, ты открывай, это уже дверь. Киллиан, это я, открывай. Тут нет друзей, да? Киллиан, отвлеки их. Киллиан, Киллиан, блять, открывай. Киллиан, чтоб ты утром споткнулся, мой труп и сдох. Засранец. Задержи их. Сомневаюсь, что это все. Беда не приходит одна. Уже бита скоро сломается об них. Я пытаюсь. Киллиан, я знаю, что ты там.
Это последнее? Думаю, да. Помоги мне. Пиздец. О, черт, Киллиан. Ты бы еще подождал. Я бы так и сделал, но не хотелось утром сгребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри. Дед, это редкость. Или пусти нас, или это будет еще больше редкостью. А это кто? Я Пилигрим. Ты здесь недавно, верно? Как ты проник в город? Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал Пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор, он выжил. Спятил. Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь шуфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я? Конечно. А вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Идиот. Помнишь, как мы помогали людям? Конечно, помню, засранец. Сраный таксист и мать Тереза в одном лице. Ты же умел готовить. Все говорили, что тебе надо заняться готовкой. Жить было бы проще. Никаких ночных бегунов, хаконов и никаких проблем. Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая. Маркер чумы. Что ж, интересно. Но FPS очень странно себя, конечно, ведет. Ну, то есть, я имею в виду... Я думал, может быть, оно как-то будет меняться в зависимости от нагруженности города. Ну, вот, типа, тут только что было вроде как мало FPS, сейчас нормально FPS. Не очень понимаю, как это работает. Вот, но, видимо, дооптимизировать, конечно, не успели. Что ж поделать? Так, давайте посмотрим, что у нас в инвентаре. Может быть, есть какие-то навыки, которые мы не прокачали? Вроде как нет. Очки пока не набрались. А, ну тут нужно по 3000 опыта уже. Угу. Так, это есть. Ячейка навершия, ячейка древка. А как чинить? Я, может, хочу починить. Но не могу. Маркер чумы. Что ж, о, мы получим какой-то крутой секач. В предвкушении.